студенты направления педагогическое образование, профиль изобразительное искусство имеют возможность получить образование не только по педагогическим дисциплинам, но и получить хорошее художественное образование. За короткое время они смогут овладеть искусством, мастерством живописи. Это масло, акварель, акрил, это рисунок, это графика, это печатная графика. Это декоративное искусство. Занятия проходят в хорошо оборудованных мастерских. Есть натурный фонд богатый, начиная от гипсов и кончая там демонстраторами пластических поз и мультимедийной техникой различной. Все преподаватели имеют ученые звания и ученые степени, состоят в различных творческих объединениях, постоянно ведут выставочную деятельность, практически все активные художники. Выпускники нашего направления имеют хорошие перспективы для трудоустройства и формирования своей будущей карьеры. Студенты проходят практику в различных учреждениях. Это дает возможность им уже на этом этапе найти какие-то свои направления трудоустройства. Многие выпускники работают в средствах рекламы, но большинство из выпускников – это, конечно, педагоги-художники. Программа предполагает работу над магистерской диссертацией. Это научно-исследовательская работа, которая, в общем-то, представляет собой еще один уровень образования художника-педагога. В качестве творческого испытания при поступлении на нашу программу абитуриенты сдают небольшое эссе и портфолио. В эссе, как правило, это темы, связанные с педагогикой, с искусством, и портфолио наполняется своими достижениями тоже в области педагогики и искусства. Очень важно, чтобы комиссия почувствовала мотивацию выступающего заниматься изобразительным искусством, педагогикой и оценила его творческие возможности. Мы гордимся тем, что у нас очень доброжелательная и творческая атмосфера среди нашего коллектива. Мы это все время поддерживаем, и я думаю, что всем, кто у нас учится, в этом отношении это все ощутимо и достойно.